Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина Форми, а это моя напарница Василиса. И сегодня мы подготовили для вас домашнюю тренировку для мышц кора и мышц пресса. Первое упражнение – это скручивание корпуса из положения сидя. Итак, вытягиваемся за макушку головы и за кончики пальцев рук наверх. И на выдохе скручиваемся вправо. Ладони кладем на пол. На вдохе максимально вытянулись вверх. Выдох, скрутились в противоположную сторону. Данное упражнение мы с вами выполняем в течение 1 минуты. Второе упражнение – это обратный стол с фиксацией верхней точки. Итак, садимся на ягодицы, ладони устойчиво стоят на полу, стопы также являются хорошей устойчивой опорой. На выдохе выталкиваем таз наверх, словно невидимая нить нас вытягивает в потолок. И фиксируемся в данном положении на 5-10 секунд. Вернулись, немного отдохнули, снова выталкиваем таз наверх. Фиксация 5-10 секунд. Возвращаемся на ягодицы, немного отдохнули. Данное упражнение вы выполняете 8-12 повторений и таких 2 подхода. Третье упражнение – это загребающее движение одной ногой. Итак, исходная позиция лежа на спине, стопы стоят на коврике, а колени согнуты в коленном суставе. И начинаем отрывать правую ногу от пола, совершать загребающее круговое движение. Снова от себя вдоль пола на себя, да, словно воздух подгребаем. Живот при этом мы с вами подтягиваем. И данное упражнение выполняем 8-12 повторений. Затем меняем рабочую ногу. И заключительное упражнение – это скрестное скручивание. Итак, исходная позиция лежа на спине, ноги согнуты в тазобедренном суставе. И на выдохе начинаем тянуться локтем в сторону противоположного тазобедренного сустава. Поменяем сторону, снова скрестная скрутка. При этом касаться локтем бедра совсем не обязательно. Вы должны почувствовать скрестное скручивание именно по мышцам живота. Данное упражнение выполняем 15-20 повторений, таких 2 подхода. Ну что, мы желаем вам продуктивной и качественной тренировки. Будьте здоровы!